Сотни страниц учебников, бесконечное количество заданий и регулярные экзамены. Таков тернистый путь школьника длиной в 11 лет. Для кого-то это время – просто этап на жизненном пути, а для некоторых – надежный и основательный фундамент для будущей карьеры. 27 июня в администрации Десногорска собрались выпускники-медалисты городских школ. Искренне верю, что у вас все получится, вы добьетесь успехов, станете достойными гражданами России. Пусть у вас и дальше все будет на отлично, как говорится, в добрый путь. Церемонию награждения провели глава Десногорска Андрей Шубин, заместитель главы Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Выпускникам-медалистам были вручены медали за особые успехи в учении и памятный адрес главы муниципального образования города Десногорск. Конечно, роль родителей – одна из ключевых составляющих успеха. Без должного воспитания, характера и принципов стремительный успех навряд ли будет возможен. Нынешний день у этих семей теперь навсегда останется как ступень на жизненном пути, которая была успешно пройдена. Церемония закончилась традиционной подписью медалистов в книге почетных выпускников. В этот день это право было у 10 умниц и умников Десногорска. Олег Соловьев, Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.